В нашей стране примерно 80% убийств происходит в состоянии алкогольного опьянения. Вот и причиной трагедии, которая случилась в минувшее воскресенье в селе Погорелово Петровского поселения, стала бутылка. Вечернее застолье было в разгаре, когда мужчина отлучился за очередной дозой спиртного. Вернувшись, он обнаружил свою сожительницу в постели со своим же другом. Приехал, они лежат голые в постели. И такую картину увидел в посол. В голове смешало, что и начал бить. Сколько ударов объятый ревностью мужчина нанес своей жертве, он сам не помнит. Говорит, словно пелена была на глазах. Видимо, из-за хмельного угара. Официально смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Вы раскаялись в том, что вы совершили? Да. Любил все-таки, хотел расписываться с ней. И она хотела. После совершенного преступления мужчина скрываться не стал. Сам пришел в органы с явкой с повинной. Сейчас он коротает время до суда в изоляторе временного содержания. Гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 111. В данный момент назначен весь комплекс необходимых экспертиз, которые, в свою очередь, впоследствии позволят дать окончательную правооценку действиям гражданина. По итогам расследования данное дело будет направлено в Славянский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит срок от 5 до 15 лет. Однако, учитывая то, что он оказывал сотрудничество следствию, наказание может быть смягчено. Кроме того, мужчина ждет психиатрическая экспертиза, которая поможет выяснить, был ли он вменяемым в момент совершения преступления. Алена Теплова, Иван Бригадиренко, Александра Тимовская. Программа «События».